Друзья, всем привет! Приветствую вас на своем канале. Ну что, стали известны цены на Geely Atlas Pro. Сейчас я вам буду называть комплектации, цены в белорусских рублях и также цены в российских рублях. Все комплектации будут оснащены 1,5-литровым гибридом. И комплектации будут 6-ступенчатым автоматом, и более дорогие комплектации будут оснащены 7-ступенчатым роботом. Итак, комплектация комфорт с 6-ступенчатым автоматом будет у нас стоить 59 тысяч белорусских рублей. В российских рублях на данный момент это 1 миллион 730 тысяч рублей. Комплектация лакшери с 6-ступенчатым автоматом будет стоить 63 290 белорусских рублей. В российских рублях это 1 миллион 855 тысяч российских рублей. Так, комплектация лакшери с уже 7-ступенчатым роботом сухим будет стоить 67 тысяч 200 белорусских рублей. В российских рублях это 1 миллион 970 тысяч рублей. Комплектация флагшип с 7-ступенчатым роботом 69 600. В российских рублях это 2 миллиона 40 белорусских рублей. И комплектация самая максимальная с 1,5-литровым двигателем и 7-ступенчатым роботом, флагшип Snoop, какая-то такая комплектация, будет стоить 70 700 белорусских рублей. В российских рублях это 2 миллиона 72 тысячи российских рублей. Что вы думаете по поводу этих цен? Что вы думаете по поводу этих трансмиссий, по поводу этих комплектаций? Мне кажется, цена более-менее адекватная. Все говорили, что она будет больше приближена к ценам на Тугелу, но они оказались меньше. Это, конечно, дороже, чем обычный Атлас. Ну и, соответственно, там поинтереснее будет. Так что уже скоро совсем, я думаю, они появятся. И мы более подробно их поснимаем. Поэтому не забываем подписываться на канал, писать комментарии, ставить лайки. Всем до новых встреч. Пока!